Гутен морген, гости и подписчики канала. Наступило утро, а это значит, что наша рыболовная паранойя продолжается. Блин, чуть в грязь не увалился, капец. Это оператор хренов. Вот так вот кеды на рыбалку одевать. О, колючки нет. Купи, блядь. Че есть? Добрался я до своего гнезда. Ухо тут крутит, конечно. Это капец. Солнце уже шпарит просто нещадно. У меня тут соседка. Черепаха. Пол сковородки. Две удочки я уже поставил. Уже прикормил все это дело. И все-таки не отпускает меня сом. Я все-таки продолжаю пытаться его поймать. Две закидушки тут на сома, там в тенечек закинул, и спиннинжочек, пружинка с коромыслом, три крючочка там, может что-то вскочит, какой-нибудь карась крупненький. На удочке пока на правую что-то там еле-еле тюкает, дыбает, в общем, никакого пока движения нету. Вот, я думаю, сейчас, наверное, попробую по микроджигу проехаться потихонечку. Может, что-то и выгорит. Нацепил я баксика. Вот такого. Можно сказать, мой любимый силикон по микроджигу, по окуню. Да и не только по окуню. Он у меня, конечно, и по щучке работает. Сейчас тихонечко попробуем. Что-то на этой крайней правой какое-то небольшое движение идет. Сейчас, наверное, кину куда-то вот сюда, там, где поменьше пуха. И пощупаем окушко. Травы на дне просто капец. Наглухо не садится, конечно, но проходит пока. Жесть. Вот такое вот пришло вместе с пухом. Это просто жесть какая-то. Из-за этого пуха реально ни проводку не сделать, ничего. Он цепляется пучками на шнур и со временем загоняется к приманке. Приманка в итоге начинает как-то странно на дне парусить. Пока ни одной поклевочки на микроджиг. Я думаю, может быть, сейчас заряжу, попробую на спиннинжок красноперочку половить. Переоборудовал я спиннинжок под красноперочку. Пока никаких, блин, изменений нету. Тут вообще глухо, нет поклевок. Там какие-то странные одиночные тычки. То на один, то на другой поплавок. Скорее всего, это мелочь долбает. Вот, решил попробовать, испытать. Купил искусственный мотель, типа, ой, искусственный опарыш по красноперочке с запахом аниса, какой-то ноунейм опарыш,
из мягкого пластика, даже не силиконовый, еле крючком пробил, такой вязкий. Так, ну что, так и попробуем. Туда, в центр котла. Сквозь полярики вижу, мальки стаи гоняются за ним. Капец. Пуха. Налипла, сквозь кольца даже не проходит собака. По-моему, этот искусственный опарыш — редкостная параша. Нацепил по старинке искусственного мотыля. Сейчас попробую на него замутить тему. Забыл сказать, этот еще опарыш, он еще и плавающий. Может быть, конечно, при других условиях он себя как-то проявит. Блин, только что на спиннинжок был сход чего-то конкретно дебелого. У меня аж фрикцион заверещал. Такой рывок. Бум. А рыба жрет шнур. На шнуре кусочки пуха, и она его лупит. На удочке что-то глухо. Как будто они с пустыми крючками там стоят. Что-то червяк у нее сегодня в полном игноре. Проверил удочки. Червяки целые, вообще не тронутые. По-моему, она, наверное, жрет пух. И ей больше ничего не надо в этой жизни. У нее сейчас пир. Вот. Сейчас попробую погонять его блерок. Может, выманю какого-то окушка там или щучку. Там на снастку поймался вот такой вот окунь. Что мне ловится, это окунь не делает. Прикол. Круто. Завершаю свою рыбалку. Солнце шмалит просто нещадно. У меня уже руки сгорели просто на вухналь. Вот. На спиннинг удалось поймать вот такую вот красноперочку. По-моему, одна щука вкусная. Вот. И, в принципе, один из факторов, почему я завершил рыбалку, у меня что-то такое знатное клюнуло и оборвало, короче,
на нем мормышку, ой, мормышку, крючок с искусственным мотором. Вот, не спас даже фрикционный тормоз. Пожужжал и бяу, и все, и ушло. Может быть карась, может короб, а может крупный краснопёр. Такие вот дела. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч!